Жили старик со старухой, как во всех сказках. В общем, жили где-то высоко в горах. Старик собирал дрова, в городе продавал, на это и жили. И вот однажды он спускался с этих гор на ишаке с дровами. Вдруг его топор упал в речку. Упал. Но он правоверный, он сказал: «Э, Аллах, мой топор упал. А без топора я умру. Ты же Всевышний, ты все можешь. Сделай так, чтобы топор обратно из воды сюда вышел. Сделай мне». Ну, конечно, он правоверный, хороший человек. Но чтобы его проверить, вдруг река так сколыхнулась, волны пошли, и из воды вышел топор. Но не его топор, настоящий золотой топор. Чистого золота, весь топор. Оттуда голос: «Это твой топор?» «Нет, нет, это не мой. Это чужой, это золотой. У меня простой топор был, железный. Ручка деревянная. Это все золото, это не мое. Это чужой, это золотой». И речка еще раз взбудоражилась, оттуда волна пошла, и на берег вышел второй топор из чистого серебра. Опять голос: «Это твой топор?» «Нет, нет, это серебряный, не мой. У меня железный топор был». Третий раз вода, опять волна пошла, и вышел его топор железный. «Это твой топор?» «Да, вот это мой топор». И голос сказал: «Из-за того, что ты такой честный, из-за того, что ты такой хороший, три топора все твои, подарок. Два топора продашь, всю жизнь будешь жить нормально, вообще трудиться не будешь. Все, разбогател старик». Но горе случилось. Старуха из речки ведро воды брала, упала. Ну, старуха, что делать? Утонула. Он остался без старухи. Он говорит: «Э, Аллах, ты мне помог вытащить топор, а теперь моя жена утонула. Ты же Всевышний, ты все можешь. Сделай так, чтобы жена вышла из воды». И чтобы еще раз проверить человека, из воды вышла красавица. Губы как персик, глаза как алмазы. 18-летняя девушка. И голос: «Это твоя жена?» «Старику 80 лет». «Да, да, вот это моя жена, спасибо вам». Голос сказал: «Когда же у тебя пропал топор, ты был честным. Но когда утонула жена, ты начал обманывать. Это же не твоя жена. Почему ты обманул?» На что старик ответил: «Правильно, это не моя жена. Но я же знаю, что сейчас будет. Я скажу: не моя, вторая выйдет, да? Лет 50. Скажу: не моя, потом моя выйдет, да? И в конце что будет? Все три мне в подарок. Зачем мне три жены? Одна вот так хватит».